Ускорь лимфоотток этим упражнением и забудь о проблемах со здоровьем. Чтобы сохранить здоровье органов и систем и избежать страшных заболеваний, держите упражнение, которое я всегда, уже тысячи раз даю каждому своему пациенту. Все просто. Начинайте с левой руки, поднимите ее и трясите. В это же время бейте подмышкой. Так, 20 секунд. То же самое делайте с другой рукой. Один раз в день. Выполняйте регулярно. Ну конечно, только одно упражнение не решит вопрос с лимфооттоком. Поэтому я специально создал для вас сборник, который решит вопрос с лимфооттоком раз и навсегда. Просто переходите по ссылке. Ну конечно, только одно упражнение не решит вопрос с лимфооттоком. Поэтому я специально создал для вас сборник, который решит вопрос с лимфооттоком раз и навсегда. Просто переходите по ссылке.